В Грузии в обращение поступили купюры нового дизайна номиналом 100 лари. Серия обновленных грузинских денег стала победительницей в номинации «Лучшая региональная банкнота 2016» на ежегодной конференции по высоко защищенной печати в Бухаресте. Напомню, тенге 4 раза побеждал в данной номинации. А подробности о победителе этого года в материале Анны Анастазиади. У меня в руках совершенно новая, введенная в пользование буквально на днях, купюра номиналом 100 грузинских лари. Это примерно 40 долларов. Вот так выглядит банкнота старого образца. Прекрасно видно, что обновленные 100 лари сохранили свою первоначальную тематику, но новый дизайн намного ярче отображает все культурно-историческое наследие Грузии. На банкноте изображен известный грузинский писатель Шота Руставели. Рядом иллюстрация к его «Витязю в тигровой шкуре», а также первая страница рукописи легендарного произведения. На задней стороне изображен грузинский национальный театр оперы и балета, а также партитура грузинского государственного гимна. Обновленные купюры изготовлены из такого материала и с использованием таких защитных механизмов, которые увеличивают их устойчивость в обращении в плане загрязнения и изнашивания. Также предусмотрены и распознавательные знаки для слабовидящих людей. Купюра в 100 лари была обновлена наряду с 20 и 50 ларовыми банкнотами, которые поступили в пользование еще в феврале этого года. И вся эта серия обновленных купюр победила в номинации «Лучшая региональная банкнота 2016 года» на международной конференции в Бухаресте. Таким образом, грузинский лари на шаг приблизился к своему казахстанскому коллеге. Национальная валюта Казахстана 4 раза признавалась лучшей банкнотой, из них 3 года подряд. Последний раз это звание получила купюра номиналом в 20 тысяч. Тенге в прошлом году. До сих пор национальная валюта ни одной страны не была удостоена такого титула аж 3 раза подряд. Хочу также отметить, что в 2017 году во Франции в городе Бордо Грузия станет почетным гостем на винном фестивале. В честь этого мероприятия было принято решение выпустить коллекционную монету номиналом в 5 лари с целью популяризации грузинской винной культуры за рубежом. В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший дизайн этой монеты. Отмечу, что обновленные купюры в 100 лари будут в ходу наравне с банкнотами старых эмиссий. Со следующего года планируется обновление также купюр номиналом в 5 и 10 лари. Анна Анастасия, Дешалва Сурамелашвили, специально для Хабар 24, Грузия, Тбилиси.